начальник главного штаба воздушно-космических сил, доложите о результатах отражения ударов противника. Есть. Товарищ начальник генерального штаба докладываю. Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродрому Розыск. Жертв и разрушений нет. Две ракеты, наносившие удар по аэродрому Шальбока, были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и совершили падение военно-населенного пункта Бытыш. Пострадавших нет. Исходя из оценки обстановки, решил прикрытие назначенных важнейших объектов в районах ответственности за противовоздушную оборону от удара средств воздушного падения противника продолжить в существующем боевом составе средств ПВО. Уточнить боевой порядок с учетом траектории полета баллистических целей и важности прикрываемых объектов. Доклад закончен. Спасибо, Дмитрий Савельевич. Отмечаю, что воздушно-космические силы с поставленной задачей справились. Цель обеспечения безопасности государственных военных объектов от ударов ракет противников требует главному командованию ВКС с главного разведуправления продолжить системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет и других ударных средств противника, планируют их приближающее огневое поражение. Поддерживать средства противовоздушной обороны в готовности прикрыть важнейшие объекты инфраструктуры и предприятия промышленности, находящиеся в зоне досягаемости ракет противника, и при необходимости в кратчайшие сроки принять дополнительные меры для повышения защиты этих объектов от ударов с воздуха. Задача